либо передачи. Ну вот Наумов забрасывает на Хотова. Хотов. Удар, но выше ворот. Демидович прорывается вперед. Прострел в штрафную, но там никого нету, кроме игрока в белой форме. Ох ты, какой момент имел Бледа. Дали ему... У нас с вами 35-я минута. И пока можно отметить, что Белшина смотрится куда более предпочтительней. Керчь выносит мяч вперед. Там Жуковский поборолся. И мяч остался у новополочан. Якимов подключает Елизаренко. Елизаренко смещается ближе к центру. Пас на Якимова, удар Якимова и гол. Потрясающий удар Якимова с опорной зоны Белшины. Что можно придумать? Подключает правый фланг. Оттуда следует удар. На... И вот вам, пожалуйста, 1-1. Мануэль Бледа открывает счет. Тот возвращает своему капитану. Демидович бьет. И Ковалевский забирает мяч. В принципе, с этой позиции. Но не решается на это Михаил. Следует розыгрыш. А вот тут уже Волкова оставили просто в убойнейшем положении. Навес вполне может быть. Хотов принимает мяч. И забивает мяч Вадим Демидович. Бледа неплохо принимает мяч на грудь, но теряет его в передаче. Подключают Евгения Елизаренко впереди к атаке. Не решается идти вперед, скидывает на Демидовича. Демидович бьет из-за пределов штрафной. И браво, Антон Ковалевский. Очень хороший момент, очень опасный у ворот. Под концовку все же Нафтан, наверное, поддавил Белшину. И приближается по опасным моментам к Нафтановцу. А Рефай тем самым забивает. Нет, не Рефай, Кривобок, извиняюсь, забивает третий мяч.